второе отделение нашего концерта. Сергей Славинский, легенда, исполняет ученица детской школы искусств имени Александра Парфильевича Бородина, Алена Голубева, класс преподавателя Анастасии Александровны Сучковой. Партия «Фортеплян» Надежда Александровна Кибрушева. Thank you.
ученица детской музыкальной школы номер 38 Анастасия Матросова. Класс преподавателя Татьяны Анатольевны Петровой. Thank you.
Разиб Валеев. Вариации на тему татарской народной песни «Залита». Исполняет ученик детской школы искусств Оптинский центр эстетического воспитания Камиль Ибрагимов. Thank you.
Thank you.
Санкт-Петербург сыграл огромную роль в истории исполнительства на русских народных инструментах. Именно в северной столице родился знаменитый великорусский оркестр народных инструментов, выросший из кружка любителей балалайки, который был создан великим виртуозом-балалайщиком Василием Андреевым в 1887 году. Совсем недалеко от нашего училища, на Лермонтовском проспекте, в 1913 году в мастерской Петра Стерлигова был создан и первый в России баян. Отдел народных инструментов училища был открыт в 1927 году. Именно здесь впервые в мире началось профессиональное обучение игре на баяне. Музыкальные исполнительские традиции отдела были заложены великими педагогами-пианистами Яковом Федоровичем Орландским-Титаренко, Константином Николаевичем Литвиченко и Алексеем Никитичем Рожковым. Одним из первых выпускников отдела стал Петр Иванович Говорушко, основоположник высшей баянной исполнительской школы Ленинграда и Петербурга. Петербургская школа исполнительства народных инструментов известна во всем мире, сохраняя в своей традиции преподаватели Санкт-Петербургского музыкального училища имени Николая Андреевича Римского-Корсакова постоянно совершенствуют методы обучения игре народных инструментов, раскрывают скрытые инструменты и дотягивающие потенциалы. За годы существования отделом народных инструментов училища подготовлены сотни молодых специалистов. Студенты отдела регулярно занимают призовые места на различных всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. По окончании училища выпускникам присваивается квалификация артист оркестра, ансамбля, преподаватель игры на инструменте, концертмейстер. Многие из них успешно продолжают обучение в музыкальных вузах. Выпускники народного отдела играют ведущих музыкальных коллективов города. В Государственном академическом русском оркестре имени Василия Васильевича Андреева, в Государственном русском концертном оркестре Санкт-Петербурга, в Государственном оркестре русских народных инструментов «Метелица», ансамбле «Дерево-квартет» или «Малина». Работают в оркестрах, ансамблях, музыкальных учебных заведениях, концертных организациях многих других городов России, а также за рубежом – Германии, Канаде, Швейцарии, Норвегии и Швеции. В традициях отдела народных инструментов участие студентов в зарубежных концертных поездках, концерты встречи в рамках деятельности творчества клуба «Гармоника», международного фестиваля музыки для баяна и аккордеона, сотрудничество в области организации и проведения международных музыкальных фестивалей корпусов, «Балтика гармоника» и «Петропавловские ассамблеи». Благодаря тесным творческим связям, существующим между Санкт-Петербургской консерваторией и нашим училищем, преподавательский состав отдела русских народных инструментов является одним из сильнейших не только в северной столице, но и в России. Хочется пожелать отделу русских народных инструментов училища процветания, развития и никогда не останавливаться на достигнутом, чтобы еще много молодых людей могли осуществить здесь свои мечты. Сейчас перед вами выступит несколько молодых музыкантов, юных музыкантов. Хотелось бы отметить, у них предоставилась такая уникальная возможность выступить сегодня на сцене в сопровождении профессионального оркестра «Молодежный русский народный оркестр «Серебряные струны» под руководством художественного руководителя и дирижера Александра Николаевича Афанасьева. Человек, подвижник, прекрасный преподаватель, великолепный дирижер. И хочется выразить слова благодарности ему за поддержку идеи выступления этих молодых талантов в сопровождении профессионального оркестра. На сцене молодежный русский народный оркестр «Серебряные струны» Российского государственного педагогического университета имени Александра Николаевича Герцена.
Александр Шалов, Камаринская. Солистка, ученица лицея Санкт-Петербург, Полина Куприенко. Класс преподавателя Натальи Алексеевны Потаповой. Художественный руководитель и дирижер оркестра «Серебряные струны» Александр Николаевич Афанасьев.
гитаристка, студентка музыкального училища имени Николая Андреевича Римского-Корсакова Елизавета Полякова. Класс преподавателя Алина Ивановна Багуха. Thank you.
музыкальной школы номер 11 Элиза Мариотти. Класс преподавателя Татьяны Васильевны Рыжковой. Thank you.
заключение нашего концерта прозвучит сочинение Игоря Стравинского «Финал» из балетной свиты «Жар-птица». Спасибо всем за внимание и до встречи в следующем году. Спасибо.